Здравствуйте, меня зовут Владимир Бокун. Я руководитель студии исторических фильмов. Студия была создана в 2007 году, и все проекты, они очень разные, так или иначе касались истории и касаются истории. Мы продолжаем активно работать и сегодня. Когда мы собрались вот этой вот небольшой группой режиссеров и авторов, был первый главный вопрос, на который мы пытаемся ответить и сегодня, возможно ли сделать историческое кино интересным широкому зрителю, так, чтобы оно удерживало своей интригой, своими какими-то решениями. Ведь история, если ее подавать вот в таком вот прямолинейно-дидактическом ключе, она, ну, достаточно интересна небольшой группе людей, которые интересуются этой историей. Как сделать ее интересной? И вот мы все годы пытаемся ответить на этот вопрос. В нашем коллективе творческом есть и режиссеры, и авторы совсем молодые, вот студенты, которые закончили и дебютируют у нас. А с другой стороны, у нас есть такие режиссеры и мэтры белорусского кино и телевизионного кино. Соединение мудрости, опыта и молодежных амбиций дает нам такой вот потенциал в поиске ответа на этот вопрос. Можно ли сделать историческое кино интересным? Самые известные проекты наши – это, прежде всего, «Обратный отсчет», проект о малоизвестных страницах нашей истории, о личностях, которые ее создавали. Вообще, мы выходили на протяжении 8 с лишним лет еженедельно с 26-минутным фильмом. Каждую неделю мы показывали по новому фильму. Мы сняли 319 фильмов 26-минутных проекта «Обратный отсчет». Это достаточно много. Кроме этого, зрителю известны проекты «Хроника Минского гетто». Это история Холокоста и трагедии Холокоста на белорусской земле. Мы сняли 6 фильмов. Наш проект «100 имен Беларуси». В этом проекте мы сняли уже 15 фильмов о выдающихся уроженцах белорусской земли. Почему не белорусах, я говорю, а уроженцах? Потому что они разной национальности. В последнее время мы перешли на мини-формы. Но это связано с тем, что все больше зрительский интерес, конечно, в основном сейчас в интернете, где зритель может сам это брать. И у нас появилась такая серия мини-фильмов, 10-минутных, тоже о выдающихся деятелях нашей земли. Многие наработки лежат пока в портфеле и ждут своего времени. Есть сценарии, которые написаны 3-4 года назад. Не пришло время. Нас по-прежнему интересует личность в ракурсе истории и возможность вообще человеческой личности, ведь люфт, который дается человеку в этой жизни, очень небольшой, проявить себя и свое человеческое начало. Нас интересует наша история как зеркало нашего сегодняшнего дня.